Какие тайны хранит море? Что такое поцелуй кувалды? Зачем закусывать вино воблой? Как устроена подводная лодка? Тяжело ли находиться в изолированном пространстве и почему бывших подводников не бывает? Обо всем этом и не только сегодня. Расскажем о службе на подводной лодке. Приветствую, на связи Ньюсолдат. Начинаем! Сегодня в понятие подводных сил входит многое, но основой остаются подводные лодки. Служба на подводных лодках с самого начала их изобретения была всегда рискованной. Здесь как нигде все зависит от человека, от его знаний и профессиональной подготовки. Поэтому, как отмечал Валентин Пикуль в своем историческом романе «Моонзунд», в основном же служить под водой шли грамотные патриоты, любящие свое дело и отлично знающие, что ожидает их при малейшей оплошности. Подводные лодки состоят из отсеков. И если подлодка – это крепость в океане, то каждый ее отсек – форт, сдача которого ведет к гибели всей крепости. Давайте ненадолго вернемся в прошлое. 28 марта 1942 года. Уже 20-е сутки подводная лодка Ща-421 под командованием капитан-лейтенанта Федора Ведяева патрулировала на коммуникациях противника. Лодка потопила крупный фашистский транспорт, 8-й по счету. Настроение у подводников было боевое. Поздно вечером 8 апреля командир решил провести подзарядку аккумуляторных батарей. При всплытии неожиданно лодку потряс оглушительный взрыв мины. Лодка стала проваливаться на глубину. Но уже через считанные секунды в отсеках зазвучали уверенные команды с центрального поста. Аварийная тревога, продуть главный балласт, заделать пробоину. Забортная вода забурлила у пробоины в 7-м отсеке. В темноте, под хлещущими струями ледяной воды, моряки 7-го отсека во главе со старшиной команды торпедистов Дряпиковым действовали умело и энергично. Старшина первой статьи Власов, работая на ощупь, сумел быстро найти клапан аварийного осушения отсека, открыть его, а другой матрос дать воздух высокого давления в отсек на подпор. Пользуясь аварийным инструментом и пуская в ход подручные средства, подводники заделывали пробоину, преграждая путь воде. Погружение подводной лодки прекратилось. Еще через несколько минут ее качнуло морской волной. Лодка была на плаву. Старшина команды Дряпиков действовал, как и положено настоящему командиру отсека. В годы войны на подводных лодках не раз складывались ситуации, когда боеспособность и сама жизнь экипажа в огромной мере зависели от натренированности отсечной, аварийной партии и решительности ее полновластного руководителя, командира отсека. Но не только в военное время подводникам приходилось сталкиваться с различными аварийными ситуациями. Не застрахованы они от них и в мирное время. Опыт войны, да и вся деятельность подводных лодок показывают, что командир отсека – главная фигура в борьбе за живучесть. Пусть не обижаются командиры, старпомы и инженер-механики, несущие ответственность за корабль в целом, в вышесказанных словах – огромный смысл. Ведь именно командир отсека своими действиями предопределяет конечный результат всей борьбы за живучесть – остановить поступление воды, потушить пожар, ввести в строй поврежденную технику. Именно он призван в трудную минуту найти место каждому человеку, поднять его боевой дух и внушить уверенность в своих силах. Недаром говорится, подводная лодка – крепость, отсек – ее бастион, где отсечная аварийная партия – гарнизон этого бастиона. На многих примерах действий советских подводников в годы Великой Отечественной войны можно и нужно учиться тому, как бороться за живучесть своих кораблей. Подводная лодка «Лембит» под командованием капитана третьего ранга Матиясевича во время одного из походов в 1942 году получила сильное повреждение прочного корпуса от разрывов глубинных бомб. Поступающая забортная вода попала в аккумуляторные батареи, и в лодке от замыкания начался еще и пожар. Создалась отрицательная плавучесть, и лодка упала на грунт. Личный состав не растерялся и быстро приступил к заделке пробоины и тушению пожара. В борьбе за живучесть лодки проявил мужество и прекрасные знания аварийно-спасательного дела старшина второй статьи Расторгуев. Ликвидировав поражение, лодка вернулась в базу. Подводная лодка Л-20 под командованием капитана третьего ранга Тамана, отрываясь от преследования, напоролась на подводную скалу на глубине 60 метров. Лодка получила пробоину в нижней части прочного корпуса. Через пробоину вода хлынула в первый отсек. Аварийная партия предприняла грамотные действия. Создав противодавление в отсеке, выжала воздухом высокого давления воду за борт и восстановила герметичность прочного корпуса. 13 человек в течение 10 часов работали в ледяной воде в отсеке.
борясь за живучесть своего корабля. Стойкость и физическая выносливость проводников победили. Корабль был спасен. И таких примеров множество. Гибли неподготовленные экипажи, поэтому продолжать традиции военных лет, сделать коллектив каждого отсека мужественным гарнизоном бастиона отсека подводной лодки крепости – важнейшая задача, ради выполнения которой нельзя жалеть ни усилий, ни времени. А у вас или ваших знакомых есть истории из службы на подводной лодке? Делитесь ими в комментариях под видео. Подлодка. Как же попасть на подлодку и стать частью отважной команды? Попасть на нее можно через военное училище. Например, военно-морское училище имени Дзержинского. Но это офицерский путь. А матросам на подлодку можно попасть и через военкомат. Они направляют призывников в учебный центр, где полгода идет подготовка. Каждой специальности соответствует своя боевая часть, вроде отделов компании. Первая – штурманская, вторая – ракетная, третья – минно-торпедная, четвертая – радиотехнических средств и связи, и, наконец, пятая – электромеханическая, самая большая. С первой по четвертую части – это так называемый БЧ-люкс. Они ходят чистенькие и опрятные. А БЧ-5 – это маслопупы. Они по колено в масле и воде, на них все трюмы, насосы и двигатели. После учебки идет распределение на базы. Сейчас подлодки базируются либо на севере, в Западной Лице, Гаджиево, Ведяево, либо на Камчатке, город Вилючинск. Еще одна база есть на Дальнем Востоке. Ее в народе называют Большой Камень или Техас. В Балтийском и Черном море атомных подводных лодок нет, только дизельные, то есть не боевые. Первое погружение. Когда подводная лодка выходит первый раз в море, все моряки должны пройти обряд посвящения. У кого-то минимальный. В плафон из каюты наливают забортной воды, которую надо выпить. Вкус у нее жутко вяжущий и горький. Неоднократно были случаи, когда людей сразу тошнило. Тогда же вручают свидетельство, нарисованное от руки, что ты теперь подводник. На некоторых лодках к этому обряду добавляется поцелуй кувалды. Ее подвешивают к потолку, и когда судно качает, матрос должен изловчиться и ее поцеловать. Смысл последнего обряда непонятен, но спорить здесь не принято, и это первое правило, которое заучиваешь, входя на борт. Служба. Почти что на каждой подводной лодке есть два экипажа. Когда один уходит в отпуск, а они положены после каждой автономки, заступает другой. Сначала идет отработка задач. Например, погрузиться и выйти на связь с другой подлодкой. Глубоководное погружение на максимальную глубину, учебные стрельбы, в том числе по надводным кораблям. Если все упражнения штабом приняты, то лодка уходит на боевую службу. Автономка длится по-разному. Самая короткая – 50 суток, самая длинная – 90. Насколько вы готовы к таким автономкам, если желаете попасть на подводную лодку? Оставляйте свои комментарии под видео. Одна подлодка с 16 баллистическими ракетами на борту может стереть с лица Земли, например, Великобританию. На каждой из 16 ракет находится 10 автономных боеголовок. Один заряд равен примерно 5-6 хиросимам. Можно посчитать, что одна такая подлодка ежедневно возит с собой 800 хиросим. Страшно ли от этого? Всех подводников учат тому, что боятся те, по кому они могут выстрелить. Быт. Экипаж подлодки круглосуточно несет вахту, в 3 смены по 4 часа. Каждая смена завтракает, обедает и ужинает отдельно, между собой практически не общаясь. Кроме собраний и общих мероприятий, праздников, например, или соревнований. И из развлечений на лодке турниры по шахматам и домино. Что-то более динамичное устраивать невозможно из-за воздуха. Он в подлодке искусственный, с повышенным содержанием двуокиси углерода, СО2, поэтому физические нагрузки плохо влияют на сердце. Жить в замкнутом пространстве не так трудно, как кажется. Во многом потому, что ты все время занят, 8 часов проводишь на вахте. Надо следить за показателями датчиков, пультом, делать записи. В общем, не отвлечешься на посидеть и подумать о жизни. Каждый день, примерно в 15:00, всех поднимают на малую приборку. Все идут убирать какой-то участок. У кого-то это пульт управления, с которого надо смахнуть пыль, ну а у кого-то гальюн – уборная для матросов в носовой части корабля. Причем закрепленные за тобой участки не меняются всю службу, поэтому если уж начал драить туалет, драешь его до конца. Что хорошо, так это отсутствие морской болезни. Лодку шатают только в надводном положении. Правда, по правилам лодка обязана всплывать раз в сутки, чтобы провести сеанс радиосвязи. Если подо льдами, то ищут полынью. Выйти подышать, конечно, нельзя, хотя и бывают случаи. Еда.
За день кок должен не только 9 раз наготовить на ораву в 100 голодных матросов, но и для каждой смены накрыть стол, потом собрать посуду и перемыть ее. Но надо заметить, подводников кормят очень хорошо. На завтрак обычно творог, мед, варенье, иногда из лепестков розы или грецких орехов. На обед или ужин обязательно красная икра и балык из осетровых рыб. Каждый день подводнику положено 100 граммов сухого красного вина, шоколадка и вобла. Просто в самом начале, еще в советские времена, когда говорили о том, чем подводникам поднимать аппетит, комиссия разделилась. Одни голосовали за пиво, другие за вино. Выиграли последние, но вобла, которая шла в паре с пивом, в пайке почему-то осталась. Иерархия. Экипаж состоит из офицеров, мичманов и матросов. Главный все равно командир, который должен вызывать трепет. Ослушаться или перечить ему, значит получить выговор в личное дело как минимум. В остальном внутренняя иерархия тоже существует. Офицеры, например, кроме командира, называют друг друга только по имени-отчеству, но и требуют к себе соответствующего обращения. А вообще субординация как в армии. Начальник отдает приказание, подчиненный его выполняет без комментариев. Важно запомнить, устав — это Библия. Служат здесь люди, сделавшие осознанный выбор. Подводник, как и летчик, космонавт, пехотинец, танкист, любой человек военной профессии, прежде всего, защитник Отечества. И он должен быть профессионалом в своем деле. ВМФ России обеспечивает надежную защиту интересов государства. Это главная составляющая и основа морского потенциала страны. Особая роль сегодня отводится подводному флоту, ударной силе, которая действует скрытно и выполняет задачи в любых районах Мирового океана, на самых дальних рубежах. В любую минуту экипажи подлодок готовы к выполнению приказов Верховного Главнокомандующего. Задачи, решаемые подводными лодками в мирное время, это поиск и длительное слежение за ПЛ и корабельными группировками противника в готовности к их уничтожению с получением сигнала о начале военных действий, несение патрульной службы на противолодочных рубежах, а также боевое обеспечение своих ударных сил. А в военное время это уничтожение подводных лодок противника, противолодочное обеспечение своих сил, уничтожение ударных группировок ВМС противника, его кораблей и транспортов и разрушение наземных объектов на территории противника. Также это осуществление скрытых минных постановок, ведение разведки и обеспечение наведения своих сил на противника, выдача целеуказания, высадка разведгрупп, перевозка личного состава и грузов, навигационное, гидрографическое и гидрометеорологическое обеспечение БД, спасение экипажей самолетов и вертолетов. На подводном флоте служат только те, кому можно доверить самое грозное оружие страны. Как утверждал адмирал Нахимов, у моряка нет пути легкого и трудного, у моряка есть путь славный. Это трудный путь. Замкнутое пространство, одни и те же люди, сложные задачи. Чтобы справиться с этим, нужна мотивация посильнее, чем финансовое благополучие или удовлетворение амбиций. А у вас какая мотивация идти в подводники? Не забывайте оставлять свои комментарии под видео. А мы на этом все. Погружаемся в поисках новых тем. До скорой встречи, друзья!